войны и голодухи натерпелись всем им власть. Наслушались, наелись уверений и шлепнули царя послевременную власть. Потому что кончилось их время. А если кто-то где-нибудь надеется на что, так мы тому заметим, между прочим. Обратно ваше время не вернется ни за что. Мы как-нибудь об этом похлопочем. Нам вовсе не ко времени вся временная власть.